Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Бассерона. Бесстрашный охранник, отличная пастушья собака, настоящий друг семьи. Все это о Бассероне, французской породе собак. Заводчики во всем мире ценят этих животных за высокий интеллект, уверенность в себе и спортивную внешность. Это порода Бассерон, порода, ориентированная на человека, порода, относящаяся к первой группе ФЦИ. Это пастухи. Если собакой заниматься, собака прекрасна в общении, в занятиях. Активная очень порода. Замечательно. Бассерон имеет крепкое, мощное тело. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 61 до 70 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 30 до 45 килограммов. Шерстяной покров у этих собак короткий и жесткий, подшерсток плотный и густой. Бассероны не агрессивные собаки, однако не нуждаются в социализации, воспитании с самого детства. Если они присутствуют, щенки вырастают в собак, способных ужиться с другими животными и поладить с детьми. Собака уживается и с детьми, и с другими животными. Я еще раз повторюсь, что эта собака относится к первой группе ФЦИ. Первая группа – это собаки, скажем так, универсальные солдаты. Они ориентированы на человека. Что человек захочет, то собака делает. При правильном воспитании и социализации, это касается любой собаки, не только породы Бассерон, собака будет прекрасно жить с детьми, с другими животными. Конфликтов я не видела. Могут быть, но это уже индивидуальность каждой собаки, отдельно взятой. То есть собаки не конфликтные, собаки достаточно комфортные для проживания и собаки достаточно умные. Бассероны неприхотливые, достаточно регулярно расчесывать шерсть, чистить глаза, уши и зубы питомца. Также нужно не забывать о стрижке когтей. Бассероны – энергичные собаки. Всем, кто желает завести себе представителя породы, стоит помнить о том, что этому животному необходимы ежедневные физические нагрузки. В квартире содержать несложно. Собаки могут быть и домашнего содержания, квартирного, и вольерного содержания. За шерстью никакого специфического ухода не надо. Кроме как помыть перед выставкой, ну, периодически почесать его в период линьки. Единственное, что необходимо собаке, необходимо движение. Если вы не хотите гулять с собакой, то это не ваша порода. С собакой надо гулять, собака должна бегать, двигаться и чем-то заниматься. Потому что порода достаточно активная. Средняя продолжительность жизни собак породы Бассерон составляет от 10 до 12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!